наступлением теплой погоды, как правило, очень частыми бывают выпадения малолетних детей из окон, в том числе и через москитные сетки. Анализируя происшествия с малолетними детьми, можно сделать заключение, что во всех случаях падения из окон малолетних детей прежде всего происходило это из-за недосмотра родителей. То есть дети самостоятельно забирались на подоконник, чего ни в коем случае нельзя допускать. Использовали в качестве подставки мебель, обычные коробки, стул, диван, которые стояли рядом с подоконником. То есть ни в коем случае нельзя мебель ставить такую доступную для детей рядом с подоконником. И опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окон вместе с этой противомоскитной сеткой. Поэтому, уважаемые родители, никогда не оставляйте малолетних детей одних без присмотра. Правильно расстанавливайте в квартире мебель таким образом, чтобы ребенок ни в коем случае не мог залезть на подоконник. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Москитная сетка не защитит от падения, а напротив, способствует трагедии. Чувствуя безопасность, ребенок опирается на эту москитную сетку и вместе с москитной сеткой выпадает из окна. Ставьте на окна специальные фиксаторы. Уважаемые родители, законные представители, дедушки, бабушки, в преддверии весенних и летних каникул помните, что ребенок в любом возрасте, будь то малолетний, будь то подросток, он требует постоянного контроля, постоянного внимания со стороны родителей и законных представителей.